Виктор Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Снова в гостях компании «Источник здоровья» у вас. Я хотел вас попросить сегодня рассказать о новом продукте, который называется «Биофизическая эмульсия», которая вскоре поступит в продажу наша компания. Так, это создан вариант нового продукта для использования при борьбе с различными видами патологии, нарушений кожи человека. Биофизическая эмульсия. Таково название этого продукта. Он создавался в течение почти 5 лет. Потому что были созданы несколько вариантов продукта. Но они, по нашей оценке, не были такие удачными, эффективными. Поэтому мы предлагаем вот последний продукт, который получил название биофизическая эмульсия, то есть один из продуктов биофизической технологии. Субстрат продукта – это жидкокристаллические органические соединения биохимической природы, которые, так сказать, создаются даже насекомыми, как пчелами, допустим, которые имеют ряд интересных особенностей, как биоэлектретный эффект, то есть эффект устойчивой электрической поляризации, который создает так называемую память на поверхности кожи. Но кожа, с нашей точки зрения, является как раз тем источником, который порождает плазменные структуры, то есть вокруг нас. То есть из кожи эмитируются плазменные факелы, так называемые, если образно говорить, которые имеют свою структуру. Об этом знали древние еще медики. Есть такая система суджок на ладонях, на подошвах особенно, находится представительство через плазменную структуру, как раз это создается, как показали последние исследования биофизиков, представительство органов сердца, печень, почки, различного рода такие важные органы, как поджелудочная железа, оставки Лангерганса, то есть эндокринная и экзокринная часть поджелудочной железы, селезенка и другие. То есть вся эта карта находится на подошвах, на левой и правой подошве. И мы что делаем? Мы разработали вот эту эмульсию, я еще раз говорю, на жидкокристаллической основе. По сути, это мазь получается, да? Да, ввели туда опять-таки многомерную гидроплазму, о которой мы говорили на предыдущих беседах, ведь действует анкаса. Получается, используется новая разновидность гидроплазмы в составе. И в результате возникает такая устойчивая структура, которую можно использовать, во-первых, для улучшения качества кожи, то есть резко изменяется качество кожи в течение 2-3 недель применения. А также возникают эффекты нормализации работы эндокринных желез, это очень важно, особенно в пожилом возрасте. И идет процесс нормализации работы таких органов, как печень, а это антитоксический орган, опять-таки через систему Шуджок. То есть вы должны изучить эту систему, она много напечатана по этому поводу. Это древнекорейская система, древнекорейская медицина еще до нашей эры. Вот. Но сейчас очень много публикаций вышло, как в России, так и в Казахстане, которые, значит, дают карту этой, представительства этой системы. Зная систему Суджок, вы легко будете ориентироваться, да, вот,
беря, допустим, открыл я маленький флакончик этот, бочонок, как мы его называем, где находится имущество, беру мизинец и наношу на точку хагу, допустим. Это точка общего тонуса. Вот здесь, около основания большого пальца. А также в это же основание ставлю несколько точек быстрого, так сказать, реагирования на жизненные события. То есть это все очень важно. Вот ставьте третий глаз. Вы видите, как между бровями я как раз, используя биотическую эмульсию, используя гидоплазму, используя вот эти жидкокристаллические вещества с электронным эффектом, как раз воздействую на сложнейшую систему тонкую и макро, и не только тонкую, но и общую систему, скелетную, как мы называем, систему стабильности чего? Психики человека, прежде всего. Не одного, иногда и десятков людей, потому что мы зависим друг от друга очень сильно, через плазменную структуру. Ну, это отдельный разговор, но я просто говорю, насколько это важно, особенно для детей, особенно для женщин, особенно для мужчин после тяжелой работы, там, утомительной и так далее, с тем, чтобы обновлять психическое, так сказать, состояние, улучшать ее структурную стабильность и тем самым, так сказать, способствовать высокому статусу умственной деятельности, памяти, работоспособности как физической, так и интеллектуальной. Поэтому данная эмульсия, она имеет уже большую популярность. Сейчас только инновационная, так сказать, серия идет, но скоро будет уже инновационная и опытно-промышленная, то есть тогда мы будем уже выпускать ее в специальный, так сказать, его. Вот совместно с Павлодарской с компанией «Источник здоровья». Да, компании мы будем это выпускать для потребителя. Для потребителя. И я думаю, что это будет один из мощных оздоровительных факторов для населения нашей страны, особенно Казахстана, Сибири, российской части, потому что речь идет о последствиях, вы знаете, каких ядерных испытаний. Да. Вот, которые тоже играют колоссальную роль в ухудшении нашего состояния здоровья, причем качества здоровья, поэтому об этом я всегда говорю. Вроде человек живет, но и вроде и не живет. То есть качество плохое, здоровье – это мучительная жизнь, если ее можно так назвать. Мы же стремимся, чтобы жизнь была более счастливой даже в самые преклонные годы.